саженцев локса метельчатого Early Red, представители растения, одного из самых необычных по окраске среди всех метельчатых флоксов. Прежде всего стоит сказать, что растение достаточно низкорослое, в высоту не превышает 40 см. Эта высота в сочетании с ярко-красными цветками, собранными в соцветие, позволяет эффектно использовать этот сорт в качестве бордюрного растения, оформляя дорожки, а также высаживая в контейнеры на террасы. Во втором случае требуется пересадка в открытый грунт для предупреждения перемерзания почвы в контейнере. В целом можно уверенно считать этот флокс одним из фаворитов среди низкорослых сортов. Флокс метельчатый Early Red – это многолетнее растение высотой 30 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Флокс прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола флокс метельчатый Early Red можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает флокс метельчатый Early Red в месяц июнь-август. Цветок окрашен в красный цвет. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный, овальный. Обратите внимание, что флокс метельчатый Early Red – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.